Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в Запорожском государственном цирке. Ровно год назад на этом манеже родился замечательный всеукраинский фестиваль циркового искусства «Дива-цирк». Мы рады вновь увидеть ваши сияющие глаза и прекрасные улыбки. Более 400 участников из 28 городов Украины представят сегодня свое мастерство в различных жанрах циркового искусства. А сейчас я хочу представить вам организаторов Всеукраинского фестиваля циркового искусства «Дива-цирк», президента Международного центра «Мир глазами детей» Викторию Меренкову. Здравствуйте, наши уважаемые участники, их родители и, конечно же, наши прекрасные и самые трудолюбивые педагоги. Мы благодарны вам за то, что вы приехали на наш фестиваль. Надеемся, что мы также сможем порадовать вас, как вы нас, своим мастерством. Я поздравляю вас с началом и открытием фестиваля. Мы рады поприветствовать наше глубокоуважаемое жюри. Ректор Киевской муниципальной академии эстрадно-циркового искусства, заслуженный деятель искусств Украины, кандидат искусствоведения, профессор Корниенко Владислав Викторович. Добрый день, дорогие участники фестиваля, гости фестиваля. Самое главное, микрофон включен, свет горит. Все службы сегодня собрались в помещении Запорожского государственного цирка. Мне кажется, что это очень серьезное событие в городе Запорожье, которое в первую очередь взято для проведения самими хозяевами государственного Запорожского цирка. Потом, конечно же, нужно отдать должное самим организаторам проведения. И вот здесь большая искренняя благодарность вам, что вы взялись за такое ответственное, серьезное, в какой-то степени не всегда благодарное дело, поддержка детского творчества. А особенно, если это творчество имеет отношение к одному из массовых, но в то же время почему-то не всегда таким, знаете, востребованно поддержанным властями искусству, которое называется цирковое искусство. Детское цирковое искусство, которое представлено будет на нашем фестивале Запорожском, оно очень красивое, оно очень искреннее, оно очень гуманное. Никогда в цирковых номерах мы не увидим ничего негативного. Никогда мы не увидим агрессии, мы никогда не увидим, разве что чувство соревнования, чувство показать себя лучше, красивее, костюмнее, ярче и так далее, показать трюк. Я желаю, чтобы наш фестиваль Запорожье цирковой прошел на уровне высоком техническом, профессиональном и тем не менее спокойном соревновании и в спокойном, хорошем настроении. Первые мои слова долгие, но тем не менее это слова пожелания, чтобы сегодня, завтра два полноценных рабочих дня прошли вот под знаком, знаете, праздника творчества, креативности, радости. Я желаю всем участникам, я назвал хозяев проведения, организаторов проведения, а теперь мое обращение непосредственно к самим участникам фестиваля, потому что для вас, ради вас мы все здесь собрались. Давайте, вот кто сидит в зале, кто стоит в проходах, кто еще подъезжает, потому что еще немного приехало, давайте всем вам мы пожелаем побед. Победа — это
и не только первое, второе, третье место. Победа – это то, что мы здесь. Победа – это то, что мы себя показываем. Победа – это и в том, что мы смотрим, как делают наши друзья, коллеги. Хорошо, лучше, возможно. Мы с ними знакомимся, мы с ними общаемся, мы обмениваемся опытом. На следующий раз можно искать возможность обмена к ним приехать, их к нам пригласить, обменяться даже и постановочными какими-то возможностями. Может быть, у кого-то подсмотреть костюм какой-нибудь такой, который бы мне бы тоже подошел бы для циркового номера. А самое главное – это атмосфера праздника. Праздника, цирка.